108 проектов реализуется в Атырауской области в рамках программы «Рухани Жангыру». Эти проекты направлены на повышение социальной активности и гражданской ответственности, формирование национальной системы воспитания и образования, а также повышение интереса казахстанцев к истории родного края. В регионе ведется строительство домов культуры, создается этнокомплекс, проводятся военно-патриотические слеты, экспедиции по родному краю. Активное участие в реализации этих программ принимают местные предприниматели. В этом году атыраусские бизнесмены профинансировали уже 13 проектов. Это детские сады, спортивные площадки, парки и скверы и другие. В целом бизнес-сообществом было выделено на эти проекты более 4 миллиардов тенге.